Хорошо закончился 18-й год, на удивление. Очень большие планы на 19-й. Считаем, что в части, по крайней мере, качественных фасадов и в части фасадов с хорошими облицовками рынок, в общем, не только не упал, но и поднялся. Ну, во-первых, прошло разделение рынка. Практически ушел средний сегмент. Значит, либо это дешевые фасады со своими материалами, либо это дорогие фасады со своими материалами. Дорогие фасады, ну, вот это тот, где мы работаем, значит, с достаточно интересными решениями архитектурными, с достаточно выразительными зданиями. Ряд заказчиков стали понимать очень интересную вещь, что они продают именно фасад. Вообще в любом здании продают всего 4 вещи. Фасады, места общего пользования, месторасположение, планировка. Потому что фундамент, если он не трескается, то и всем, в принципе, все равно, как он сделан, да? Вот. И ряд компаний стали понимать, что надо делать хорошие фасады, под которыми можно будет, ну, потом увеличивать стоимость, продажную стоимость своих зданий. Это хороший достаточно тренд. Появилось много новых материалов, появилось однозначно сейчас, ну, по крайней мере, тренд в укрупнении облицовок, то есть делаются большое, там, большого размера натуральные камни, большого размера керамограниты, большого размера стеклофибробетонные панели, да, сочетание материалов много.